Борис Михайлович, я вот наблюдаю здесь не совсем обычную для нашего района картину. Вроде ровная такая дорога лежит, красивая. Что это за строительство и кто это дело финансирует? Не скажете? Ну, могу вам сказать только то, что я знаю по своей должности, как бы, по своей компетенции. То, что дорога строится, значит, фактически Южно-Сахалинск, АХА, порт Москалево, проект у нас такой. Вот. Устроят дорогу в основном ахинцы, есть бригада у нас скреперистов с Южно-Сахалинска, работают ребята здесь, командировки по вахтам меняются. Вот. Ну что еще могу сказать, финансируют, значит, заказчик у нас Сахалин-Автодор, вот, а строит наш ООО «Дорстрой» ахинский. А на сколько рассчитан весь проект времени, в какие сроки его выполнят? Вы знаете, на этот год, вот именно нашему коллективу, значит, надо сделать три очереди. Вот первая очередь у нас 5 километров 800 метров. Ну, там последующая, значит, идет километр с чем-то, ну, фактически 12 километров общая протяженность. Там он, мостостроительный отряд 110-й Южно-Сахалинский строит мост через Эри. Тоже наш субподрядчик он у нас. Вы проезжали там, обратили внимание, строится мост, начинают они строить уже Эринский мост. И так потихоньку мы будем идти от Ахи до Южно-Сахалинска. Значит, в нашем районе, в Ахинском районе строят, ну, естественно, ахинцы, ноглинцы, в Ноглинском районе, значит, там тымовчане, тымовские, так вот поэтапно, значит, это все будет делать. Могут ли сахалинцы рассчитывать на то, что в итоге вот самую северную точку Аху и Южно-Сахалинск будет соединять асфальтированная дорога? Ну, пора бы, сколько уже можно, значит, столько лет прошло, значит, уже пора бы не только сделать дорогу, пора бы уже, наверное, и газопровод протянуть уже в Южно-Сахалинск, где до сих пор углем топят. Ну, стараемся, конечно, чтобы все это побыстрее было.